В городском округе Люберцы торжественно открыли велосезон. Сотни любителей поездок на двухколесном транспорте собрались в Центральном парке, чтобы вместе преодолеть велодистанцию в 17 километров. С участниками и организаторами пробега познакомилась и наша съемочная группа. У настоящих велофанатов сезон поездок не заканчивается. Геннадий Моисеев крутит педали круглый год и устанавливает личные рекорды. Дистанции, которые он преодолевает, от 30 до 600 километров. Был бревет «Золотое кольцо», веломарафон. Через Коломну, Спасклепики, Гусь Хрустальный, Владимир. Вот, и дальше, Юрьев-Польский, и дальше в сторону Москвы. Маршрут, посвященный старту велосезона, ничто по сравнению с таким большим путешествием. Всего 17 километров, зато в компании единомышленников. Я организовал велоклуб в Люберцах в 2016 году. Возраст наших участников от 5 до 65 лет. Занимаемся мы тем, что популяризируем велодвижение в принципе. Участники – это люди абсолютно разные. Есть профессиональные спортсмены, есть просто люди, которые катаются в парке на велосипеде по выходным. Участников спортивного сообщества поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Он же дал старт очередному велосезону. Участники велопробега объехали практически весь город. Из Центрального парка они отправились в сторону улицы Южная, затем завернули на Космонавтов и доехали до Электрификации. Маршрут велосипедистов затронул проспекты Октябрьский, Комсомольский и Гагарина. Финишировали участники марафона в Народном парке Купеческие угодья. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.